Здравствуйте, мои дорогие друзья, подписчики и случайные гости моего канала. Сегодня хочу, вернее, не хотела выкладывать видео, как мы прощались с щенком Хабибом. Вы знаете, да, что у меня щенки были. Но Белочка еще осталась, скоро ее тоже заберут. И как Чапа не хотела его отдавать, отпускать, как она загоняла его за кресло. Это надо было видеть. И как мы с ним там прощаемся, как они играют напоследок. В общем, попросили подписчики меня, друзья, поэтому я выпускаю это видео. И в итоге, в любом случае, это, как говорится, мой архив, да, где я буду периодически просматривать их, своих питомцев, скажем так, да, к которым я очень сильно привязалась. Ну, Хабиб, сразу скажу, попал в хорошие руки, назвали его Фунтик. Если удастся мне туда вставить видео, в какой он сейчас в семье живет, и, в принципе, по его виду ему там нравится, потому что они нам прислали видео, прислали даже, какую купили ему, типа кроватки, что там будет спать. Стрелочка тоже в хороших руках, как королевишна живет. Осталось пристроить Белочку, но уже вот звонили трое человек, кто-то из троих заперет. Вот так. А сейчас я предлагаю вам просмотр «Прощание с Хабибом». Такое грустное, но в то же время интересное. Приятного вам просмотра, если кто любит животных. А я на этом с вами прощаюсь. До скорых встреч в эфире. А кто впервые меня смотрел, подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчик и жмите на лайки. Всего хорошего. С вами была, как всегда, ваша Света. Пока-пока. Целоваться будем. Чулапать, ну чулапать меня так. Так. Пока сейчас уедем. Играть хочешь? Ой, Лене хочет целоваться, играть хочет. Белка играет. Ну да, поцелуемся на прощание. Давай. Любит, целуемся. Ой, псы, что делает-то? А? Ноготочки подрезал, он теперь не корябается. Да? Ой. Вот такой своенравный. Если он не хочет целоваться, будет лапами отодвигаться. Да, Хабибчик? Да, маленький? Уедет Хабибчик сейчас. Уедет, малыш. Да тебя пожалею последний раз. Ничего не понимаешь еще, что сейчас уедешь. Что-то покушал плохо. Дорога есть захочешь. Ой, лапами. Ну пока. Пока. Вот белка прыгает, играет с ней. Играет. Меня это не занимает. Вот он, игрушки. А где ваш зайчик? Зайчик ваш где? Все, Хабиб уезжает. Сейчас за ним заедут. И отвезем Хабиба. Последние съемки игры. Бесконечные игры. Чапа, давай сюда зайца. Чапа, тащи их сюда вместе с зайцем. Вот Хабиб как вцепился. Маленький Хабибчик уедет сейчас. Белка будет плакать без него. И он будет там плакать. Один. Он хоть и, как говорится, маленький, ну, мальчик, да, но
А он вот один в комнате останется и скулит. Новым хозяин даст хорошую ночку сегодня. Ну, может, конечно, будет спать. Куда? Кто скулит? Кто сейчас уедет? Хабиб уедет. Уедет Хабиб. Уедет, малыш. Уедет, да. Ну, иди играй, иди. Иди играй, иди. С мамкой попрощайтесь. С мамкой. А мамка сразу обняла и не отдает. Скажи, не отдам Хабиба. Стрелка, ты на диван хочешь, что ли? Чапа, вот с кем будешь бороться? С кем будешь бороться, Хабиба сейчас увезут. Ты с ним только с одним и боролась. Смотри, что делает. А? Вот мамаша ты еще. Не пускает его, видишь? Не пускает, не хочет, чтобы он уезжал. Он только шаг сделает к двери, он не пускает. Чувствуешь, что ли? Видишь, не выпускает его. Видишь, видишь, что делает? Он выходит, вот, вот. Все, уже сейчас забирают. Пошел, пошел, пошел. Пойдем, Хабиб, пойдем. Чап, да, забирают Хабиба у тебя, она смотрит. Их горшок, всю пеленку. Задрались, задрались. Любимое место, драться за кресло, мама. Что такое? Дети, 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 дети. Вы что деретесь? Вот они. Ты лучше иди, где Хабиб? Иди Хабиба найди. Сейчас на Хабиба будем в коробку садить. А ты коробку взял, Сереж? Ага. Он водичку пьет. Сейчас пусть водичку попьет. А то пить захочет там дорогой. Вот молодец. Водичку попил. Там была колбаса. Нет колбасы. Все. Надо было есть. Ну все, Хабиб у нас уезжает. Своим носом облизывает. Своим носом облизывает? Ой, какой фунтик. Ай. Щенок, ты чего? Щенок, ты чего? Ой, какой фунтик. Ой, какой фунтик.